Кайф – это хорошо, но надо и головой думать. Всем привет, с вами Марисен. Сегодня у меня необычный пранк. Я буду разыгрывать своего папу. Для меня это очень больно. Я боюсь, что будут последствия. Разыгрываю я песню Макса Коржа «Жить в кайф». Я думаю, что после этого я поживу еще немножко. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И после этого видео можете посмотреть другие мои пранки на моем канале. И мы начинаем. Я пишу «Папа, привет, ты тут?» Ну, как всегда, как во всех пранках, да, мы начинаем так. Я ему написала в пол первого ночи не просто так, потому что он сейчас в другой стране, и у него сейчас другое время. Только он пишет необычно. И как все? Привет, дочка, я тут. Что случилось? Мне так нравится, как он еще пишет. Ну все, мы начинаем. Прости, папа. В истерике кружилась мама. Мама, прости. Мне кажется, это самый крутой выпуск будет. Что с мама? Я позвоню? Не надо звонить, лучше писать. Ок, рассказывай. Я не спорю, надо, но послушай, отец. Меня где-то поджидает успех. Так а мама что? Мне где-то поджидать успех, все равно. А мама что? Не, правильно, конечно. Я напишу маме уже лучше, чтобы он про маму не писал. Ок, а ты как? Сейчас будет замечательный ответ. В моем рюкзаке пару маек носки. В смысле? У тебя проблемы с деньгами? Да. Я выбираю жить в кайф. Маш, все-таки нет проблем. В кайф это хорошо. Но надо и головой думать. Вот это хороший ответ. Сейчас я тебя шокирую. Вы бы еще знали, как он говорит, и вообще вы очень смеялись. Я постараюсь озвучить хорошо. Мы сейчас, наверное, слышали уже. Мне не пришлось скрывать глаза и лгать давним знакомым. Мол, в жизни моей все хорошо. На самом деле, мне кажется, он так переживает сейчас вообще. Я боюсь, чтобы он маме не позвонил. Сейчас наберет ее и скажет, что мне Маша пишет, что она там в кайф живет. Это правильно, не надо лгать. Точно все хорошо? Как-то не очень понимаю. Конечно, не надо лгать. Плохо лгать. Правильно. Спасибо. Вот я сейчас тебе вру. Все круто. Я выбираю жить в кайф. Я выбираю жить в кайф. Как хорошо, что папа не знает русских песен. Он не поймет, он думает, что я просто говорю, я выбираю жить в кайф. Это круто. Это хорошо, так и надо. О, он написал так и надо. Я не спорю, надо. Это прикольно. Я не спорю, надо, но послушай, отец. Я выбираю жить в кайф. Я понял, дочка. Папа, я видео снимала на YouTube, ты теперь в моем видео. Интересно, что он мне скажет. Не понял, в каком видео? Я думаю, что вам понравился мой папа. Если так, то ставьте палец вверх. Короче, завтра посмотришь. Я надеюсь, он не обиделся. Я думаю, что вам понравилось это видео. Ставьте палец вверх, вниз не ставьте, потому что у меня такого нет. Если вы хотите еще пранков, пишите, и я буду для вас снимать, потому что я все делаю только для вас. И не думайте, я снимаю и другие видео. Если вы заметили, что я за эту неделю выставляю видео почти каждый день, для меня это очень сложно, но я думаю, что вы это цените. И я это ценю, что вы смотрите мое видео. И, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. А с вами была Марисен. Пока, на связи через камеры, Рексон. Муа, люблю. Я выбираю жить в кайф. Я выбираю жить в кайф.